вами Николай Пименко в проекте «Дата». 27 марта. Весь творческий мир отмечает сегодня Международный день театра. Первые постановки историки относят к 2500 году до Рождества Христова. Театр – сильнейшее оружие, но, как и всякое оружие, о двух концах. Оно может приносить великое благо людям и может быть величайшим злом, так говорил Станиславский. Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, это уже театр. Так сказал польский актер Густав Холубек. Ну и, наконец, поклоны – составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться хвост. Это Майя Плисецкая. Также 27 марта свой профессиональный праздник, День войск Национальной гвардии Российской Федерации, отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск Национальной гвардии страны. История этих войск уходит корнями в эпоху Ивана Грозного. В разное время эту задачу выполняли разные службы и войсковые части. Гарнизонные полки, казачьи части, жандармские подразделения. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1744 год. В этот мир приходит Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Граф, российский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей. Член Российской академии, президент Академии художеств и, пользуясь расположением самой Екатерины II, нередко использовал служебное положение, как водится, для пополнения своей коллекции. Вокруг Мусина-Пушкина возник даже кружок, который занимался изучением отечественной истории. 1845 год. День рождения Вильяма Конрада Рентгена, который открыл и исследовал излучение. В итоге оно было названо его именем. Стал он первым лауреатом Нобелевской премии в 1901 году. Его имя получила целая наука – рентгенология. В 1895 он открывает новые лучи, а за последующие два года публикует лишь три небольшие статьи о своем открытии. Позже, в дни Первой мировой, ученый продает все свои награды вплоть до Нобелевской медали, а деньги отдает государству, цитата, «для всеобщего распределения». Год 1871. День рождения Генриха Манна, немецкого писателя и общественного деятеля, антифашиста. Перед Второй мировой войной в 1933-м ему пришлось покинуть родину и искать убежище сначала в Европе, а затем в Соединенных Штатах. 1881 год. День рождения Аркадия Аверченко, русского писателя, сатирика, драматурга и театрального критика, редактора журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Личность Аверченко всегда была окружена мифами и слухами. В советское время, после того, как Горький почему-то назвал его представителем чисто мещанской литературы и до хрущевской оттепели, имя его, напомню, оказалось под запретом. Только сегодня Аверченко возвращается, что называется, в полном объеме. 1886 год. День рождения Сергея Кострикова, нам более известного как Сергей Киров, партийного лидера Ленинграда. В свое время претендента на пост генерального секретаря ЦК ВКПБ. Мстислав Ростропович, великий русский виолончелист и дирижер, родился в 1927 году, ну а в 1961 появился на свет Никита Джигурда, киноактер и прочее. 1963 год. День рождения Квентина Тарантино, американского режиссера, актера, сценариста, продюсера и оператора. Среди самых известных его картин – «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Две части убить Билла». Его первое место работы, кстати, было связано, разумеется, с кино. Правда, работал он там, где к его разочарованию крутили эротические и порнографические фильмы, а не настоящие. Цитата. «Кино – моя религия, а Бог мой – покровитель». Алика Смехова появилась на свет в 1968 году, эстрадная певица, американская поп-певица, автор песен, актриса и продюсер Мэрайа Кэрри, рождается в 1970-м, а спустя 17 лет, в 1987 году, в этот мир приходит Полина Гагарина, российская певица, автор песен, композитор и актриса.
Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 2004 год. Самым популярным человеком в Европе за последние 25 лет признается Папа Римский Иоанн Павел II. На первое место понтифика в этот день поставило большинство участников опроса, который был проведен британской газетой Financial Times. Вторую строчку в почетном списке занимает бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ну а завершая тройку самых популярных представителей Европы, экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Всего в опросе принимало участие более 32 тысяч человек из 104 стран мира. 2011 год. Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее отменен распоряжением президента России на тот момент Дмитрия Медведева. Ну и последнее. Сегодня мы вспомним Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-космонавта СССР, первого человека, который совершил полет в космическое пространство. Кстати, летчиком он стал в 1957 году и завершил свою жизнь тоже летчиком. 12 апреля 61-го, как известно, совершил один виток вокруг Земли. Полет имел продолжительность 108 минут от взлета до посадки. А в 68-м в марте он погибает. Погибает во время подготовки к полету корабля «Союз-3» в авиакатастрофе. Обстоятельства гибели под Киржачом во Владимирской области долго скрываются, да и по большому счету не прояснены до сих пор. Узнаем ли мы когда-то правду, сказать трудно. Но Гагарина мы помним до сих пор и будем помнить всегда, потому что он, если хотите, наше все тоже. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».